Александр. Мы тебе желаем. Жизнерадостным, улыбчивым. Да? Давай, не грусти. Ай! Ложка! Ай! Ты чист? Мага, ты чистый Митя Фомин. Это погос Митя Фомин. Ой-ой-ой-ой-ой. Сплоченность вашей команды. Молодцы. В отличие от той команды, у вас была сплоченность. Конечно, качаться надо, качаться. Вот это что такое? Что это такое? Что? Что? Я вот так хожу. А, ты так ходишь? Да. Есть день рождения настроения? Вот. У нас какой-то флёр есть сегодня? Да не прям. Я уж привык, у меня каждый день. Какой каждый день. Старый господи. Уже. Да. Каждый раз на сборы день рождения. Да. Нет прям такого флёра. Все, поехали. Да, ехали. Наблюдал, считал очки. Кирилл Константинович, мы вас как раз отправили к сопернику, чтобы поиграли за нас. Ага. И вы с честью справились. Да. Один сет благодаря вам мы выиграли. Молодцы. Почему вы ушли на четвертый сет? Вопрос. Вопрос. Почему откуда ушли? Вы меня не взяли. Нет, оттуда ушли. Мы вас туда отправили. Ну как бывает, раз и с нами все равно проиграли. Нет, почему проиграли? С вами-то выиграли мы. Нет, без меня. Я ушел, а вы сам проиграли. Не, ну у меня людям за 60, вы еще издеваетесь? Это не так. Кому адрес? Пачку. Пачку. Нормально, судья, первый раз. У нас есть. Ростов играет, не мешай. Опа. Играй, играй. А там три было. Рукой трон. Товарищ судья, ну. Да, да, ну что, бар. Погоня. Один, один, один. Три? Да. Два? У тебя три. Тут судейство такое же, как это. Я в шоке. Если я с Кавказа, не надо меня топить. А мы думали, восстанавливаться надо. Пора тренироваться. Саныч, твои года не чеканили еще мяч, да? Что это, товарищ судья? Нельзя животом играться. Два. Животом нельзя играть. Товарищ судья. Сыграть надо. Ha 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 ha!
Ну да, у него 5 уже давно, блин. Там? Дальше не идет. Я заснял пособие, как не надо играть в футбол, блин. Сулейманов, амбассадор. What Russian words do you know? Нормально? Нормально. Доброе утро. Привет. Лива. Шава. Назад. На дезьем этаж. Второй этаж. Второй этаж? Второй этаж? Да. Сиси гуд? Да. Unpacking. Всем интересно. Футболочка вот такая. Так. Классная, крутая. И толстовочка тоже. Как раз поводу, да, нормально. Да. Спасибо. Прекрасные подарки. В главных ролях сегодня?